Всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Вчера я заходила в магазин Magnit Cosmetics. У них по средам бывает скидка 20% на все товары, кроме желтых ценников. Давайте посмотрим, что я приобрела. Первое, что упало в мой взгляд, это кондиционер для белья от компании Synergetic. Растительные компоненты из Италии. Полностью натуральный биоразлагаемый состав. Отличный продукт, гипоаллергенный. Я выбрала миндальное молочко, был еще аромат зеленого яблока, он мне не понравился, и еще какой-то был. Аромат потрясающий, такой натуральный, очень хорошо передан, если он будет оставаться на белье, меня это вполне устроит. Его объем 1 литр, это концентрат, он рассчитан на 33 стирки, при объеме машинки на 5 килограмм белья. Очень хорошо все написано, расписано, я им довольна. По консистенции средней густоты, такой белесый, аромат приятный. Стоил он 95 рублей по скидке. Так его цена в районе 170 рублей. Следующий товарищ, который тоже шел по скидке, это Mr. Proper, бережная уборка. 100% чистый пол. И меня еще заинтересовало, что безопасно для домашних животных и детей. Этот продукт у меня незаменимый, сейчас я тоже использую Mr. Proper только с ароматом лаванды, он мне очень нравится. Этот, я так понимаю, без какого-либо аромата. Можно мыть им любую поверхность, любой пол, и плитку, и кафель, и ламинат, линолеум, все что угодно, не оставляет разводов, не требует смывания. Просто великолепный. Объем 500 мл, стоил 65 рублей, тоже со скидкой. Дальше хочу показать влажные салфетки. Эти у меня детские, они стоят 44 рубля, и плюс еще на них распространялась скидка 11 рублей. 60 штук, надеюсь, мне понравится. Влажные салфетки летят очень быстро, и, как правило, такая вещь всегда должна быть в доме. Далее от компании Mon Roulon влажная туалетная бумага, детская, гипоаллергенная. Здесь 50 пластинок. Одной пластинки вполне достаточно, одного листочка для использования. Она не забивает и не засоряет канализацию, хорошо растворяется, не содержит алкоголь, не раздражает. Прекрасная туалетная бумага. Когда-то я уже такую брала, она мне вполне понравилась. Здесь даже, смотрите, нейтральный уровень pH 5,5. Отличная туалетная бумага. Она стоила 44 рубля. На нее тоже распространялась скидка еще в 20%. То есть минус еще 11 рублей. Вообще очень бюджетно. Себе купила женские ежедневные прокладки Discreet. Я не считаю зазорного показывать такие вещи в продуктах. Как говорится, что естественно, то не безобразно. Все мы смотрим рекламы и с экранов телевизоров показывают еще и не то. Поэтому, девочки, кому нужны такие штучки, они стоят 44 рубля, и на них распространялась акция минус 20%, еще минус 11 рублей. То есть очень-очень бюджетно. Варианты тоже были разные. Так, далее. Из бытовых еще мне нужны были пакеты фасовочные. В Магните и Магнит Косметикс продается вот эта компания Малибри, она меня вполне устраивает. Пакеты здесь 50 штук, размер 26 на 40. Раньше покупала в фикс прайсе, но вот по качеству, соотношение цена-качество, нравятся именно эти пакеты. Они стоят 28 рублей, плюс еще скидка 20% и 7 рублей еще скинули. Я взяла 2 рулона. Пакеты, я одну пачку уже начала. Пакеты вполне прочные. Сгодятся как для завтраков, так и просто что-либо завернуть. Поэтому тоже пакетами я осталась довольна. Дальше покажу из косметического новинки. Не смогла я пройти мимо Le Petit Marcellier и их последние новинки из серии «Свежесть розы». Свежесть Прованса. Это очищающий гель для умывания. Очищает и увлажняет для всех типов кожи, даже для комбинированной. Оно чувствительно комбинированной коже, наверное, труднее всего угодить, да, потому что она такая капризная, ее нужно и хорошо очистить, и в то же время не иссушить окончательно. Я этим продуктом один раз воспользовалась, то есть пришла вечером и умылась. Что хочу сказать? Аромат
не навязчивый, не приторный, абсолютно для меня розой не пахнет, такая легкая косметическая душка, абсолютно не навязчивая и не раздражающая. По консистенции продукт гелевый, довольно густой, такой в мелкую, видите, в мелкие пузырики, очень хорошо пенится, хорошо смывается. Замечательно, на самом деле хорошо очищает и доочищает макияж. Я снимаю макияж сначала мицеллярной водой, потом уже гелями и пенками. В общем, этот продукт по первому своему использованию мне понравился. Я не пожалела, что его купила. Здесь объем 150 мл, также в серии представлены и другие продукты по уходу за лицом. Но меня заинтересовал только гель для лица. Он шел по очень хорошей скидке, по желтому ценнику. Его цена 149 рублей. Поэтому обратите внимание, кому тоже хочется попробовать этот аромат и эту новинку. Также новинка от компании Nivea, антиперспирант с новым ароматом, эффект пудры Fresh, мгновенно высыхает, антибактериальный комплекс с каолиновой пудрой. Здесь удобный дозатор, такая защелка, в режиме можно использовать открыто-закрыто. Этот продукт стоил 119 рублей. Плюс скидка 20%, то есть 29 рублей еще скинули. Это очень бюджетно и очень выгодно получилось. Объемчик у него 150 мл стандартный. Я тоже один раз этим продуктом воспользовалась. Мне понравилась его пудровая, нежная, легкая отдушка. И на самом деле мгновенно высыхает, то есть буквально 3-5 секунд. И ваши подмышки абсолютно сухие, можно уже приступать к дальнейшим действиям. Понравился, буду с удовольствием пользоваться. И последнее, что хочу показать, это новиночка для меня от компании Neilook. Я очень люблю Neilook, они меня устраивают и по качеству, и по цене, и по своему оформлению безумно красивому. Это линейка Strop & Glow, то есть блестки и сияние, блеск и сияние. На самом деле в линейке было представлено много цветовых диапазонов, но мне понравился именно этот цвет. Это оттеночек 307-14, называется бриллиантовый нюд. На самом деле нюдовая такая текстура на мне сейчас на ноготочках. Очень красиво смотрится, не вызывающий. На первый взгляд не ярко, но красиво, элегантно. Для тех девочек, кто любит блестки и использует их в своем макияже, то присмотритесь. Такой продукт стоил 175 рублей и скидка 20%, еще 43 рубля. Очень понравилось, поэтому с удовольствием им пользуюсь. Все, друзья мои, это были все мои небольшие покупки в Magnit Cosmetics. Оставляйте свои вопросы, комментарии и, конечно же, увидимся в новых видео. Всем пока!